В Твери состоялось расширенное заседание коллегии регионального управления Росреестра. Главными вопросами, рассмотренными в ходе мероприятия, стали результаты работы регионального управления Росреестра за 2023 год и постановка приоритетных задач на 2024. В 2023 году в Тверской Росреестр поступило 296,5 тысяч заявлений на проведение учетно-регистрационных действий. Это на 5 с небольшим процентов больше по сравнению с 2022 годом. При этом на 5% увеличилось число заявлений в электронном виде. Их доля составила почти 55,7%. В управление поступило 3900 договоров долевого участия в строительстве жилья. Рост таким образом составил 57%. Это значит, люди активно в том году приобретали жилые помещения и вкладывались в свою будущую судьбу. Кроме этого, очень сильно увеличилось, более чем на 45%, количество ипотек. Люди приобретали не только жилые помещения, квартиры, но и иные объекты, дома. Стоит отметить, что прошлый год стал юбилейным для Росреестра, который 25 декабря отметил свое 15-летие. На протяжении всего этого времени ведомство обеспечивало бесперебойную работу. В первую очередь в части госучета и регистрации прав, консультирования людей и бизнеса. В законодательном собрании отмечают успешное сотрудничество с Росреестром. Например, касаемо переименования населенных пунктов. От того, как у нас будут населенные пункты называться, зависит и работа социальных служб, работа скорой помощи, в конце концов. То есть это первое направление, которое мы работаем. Второе, конечно, это большое направление работы по установлению границ муниципальных образований, которые должны четко быть прописаны, чтобы каждый человек знал, что у него вот здесь участок, и у него вот здесь участок, и у него есть право собственности. Всего за минувший год было проведено 6 горячих линий по вопросам, так или иначе связанным с земельно-имущественными отношениями. Неоднократно организовывалось консультирование граждан, представителей садоводческих, огороднических товариществ, а также гаражных кооперативов.